Ах, ты еще смеешь спокойно стоять и жрать после всего этого? Что тебе надо? Бабушку из-за тебя увезли в больницу. Зачем ты ее довела? Больно много указывает. Пусть полежит в больнице и подумает над своим поведением. Оля, ты в своем уме? Ей 70 лет. Зачем ты это делаешь? Папа, тебе ничего не хочется хапнуть ее наследство побыстрее? Ну все, это была последняя капля моего терпения. И что ты мне сделаешь? Вычеркну тебя из завещания. Куда собрался, папаша? Ты знаешь, на что я готова ради этого наследства? Оля, ты чё? Вачо? Ну-ка, иди сюда, хату мою захотел отжать, фиг тебе! Оля, успокойся! Иди сюда! Оля. А из завещания я тебя вычеркну. Ты не имеешь права, я твоя дочь, и я все расскажу маме. Да рассказывай, что угодно, я еще 10 лет сидеть безвылазно. Значит, через 10 дней я расскажу, и тебе трындец. Господи, да рассказывай, что угодно, все. Все.